Восточный Казахстан накрыли экстремальные морозы. В Курчумском районе, например, столбики сельских термометров сегодня местами опустились сразу до минус 45. Экстренные службы вновь работают в авральном режиме. Из-за морозов отменяют занятия и закрывают дороги. Все потому, что погода ухудшилась, и на загородных трассах из-за метели уже днем была нулевая видимость. Объявлено штормовое предупреждение. Но, несмотря на это, зайсанским спасателям пришлось провести спасательную операцию. Накануне два автомобиля застряли в снежных заносах. Людей доставили в ближайший поселок на вездеходе. Помощь медиков им, к счастью, не понадобилась. Жители вновь просят не рисковать и не покидать населенные пункты, особенно в ночное время. В условиях непогоды спасатели пришли на помощь 7 путников в Зайсанском районе, которые застряли в снежном заносе и оказались совершенно не готовы к сильному ветру и морозу.